Доброго вечора, це сьомий стрімчик по проходженню гри Dying Light. Сьогодні я гратиму з френдом, тому приємного перегляду. Він вирішив мовчанку погуляти. Того самого від сундука. Deal for you. Yes, hurry up! You're putting us behind schedule. Так, побочки. Того і Фатіна. Пам'ятаю, напам'ятаю, ми на самому важкому рівні гри граємо. For. О, наконец-то тебя услышал. Ебой. Прогресс. Блядь, карандаш не работает. Ёбаный дискорд. Yeah.
Ну, пропозилось силаком. А я разойду по раскладка на английском. Так, я вроде к тебе зашел, че не зашел? Я перезахожу в грузу зовсім. Это у меня, что это меня выбивает? Так, из Дискорда выбивается, все выбивает. Ну и в чем причина? А, черево знать. А, до речи. Короче, я выяснил, что в этом Хайредопс можно лечить все-таки своих. Только надо стоять близко и этой правой кнопкой мыши. Ну, то уж прямо если совсем потеть. Ну, типа, це возможно. Це, прикань, це возможно. Если прям потеть, там каждые 5 секунд вздыхаешь, в принципе. Ну, нет. И такое было. Не без цього. Боже, так объяснить, что... А ты что не хочешь? Короче, сдохнуть. Типа сдохнешь и сдох, и сдох. И все вроде. Прикань, я за той час, поки ми з тобою не грали, я зробив прокіл, тобто 20 убивств подряд. Єдинственний поки що. Так, а ти тільки цей? Ти тільки в цю гру граєш? Тобто, там, ні, я не... ж этот, Watch Dogs ще паралельно гуляю. Watch Dogs, там, Skyrim рубав, Dishonored, ну, там. Dishonored я вже другий пройшов. Що там ще? Ти Assassin не хотів проходити? Ну, поки там ще мене хватає. Ми ще Sleeping Dogs там після Watch Dogs. The eyes of the world have been glued to the city of Haran for the past... Ну, так Sleeping Dogs проходити почати. Ще не почав. Да, ну, це прикольно, але це ж просто пострілушка, то есть... Ну, мені механіка нравиться Sleeping Dogs. Ні, я говорю про твою ту... А, контакт вас, короче. Це як КС, я поняв. Симулятор. Тільки КС часто вилітає, а це ні. Так, ізрідка. Вообще один раз за все время, ось сьогодні вилетіло. А, кстати, я ще вияснив, що ОБС-ка є через Steam безплатно. Я такий, ніхуя себе! І скачав. Так що тепер у мене ОБС-ка нормально чекується. Мені просто тянуть на якийсь такий сюжет, погруження, драми всякі там. Ну, я би чесно сказав, що хотів би зіграти щось нове. Ну, поки що треба ці проекти добити. Ну, да, мені теж Dying Light вже надоело, я його знаю вже як облуплено. Ну, чисто з-за того, що треба його доіграти, допройти. Час не вот це будем робити. А потом буду намагатися другий його установити. Ну, ми далі з тобою пройдемо, далім його сраку, що далі буде. Ну, ти там хотів со мною ще в The Following погамати. Ну так, да, як на тому теж The Following. Ми там не гамали. Можеш залітати. А ти? Да, по Dying Light, оно, конечно, интересно, если её впервые проходить. Ну, так, или у неё да. Там мало гам. Так само, как и Skyrim. Я её просто распочну. Но Skyrim надолго затягиваю. Я Fallout ещё, он... Ебать, я давно в стриме по Fallout'у не делал. Надо будет как-то снять. Нет, не знаю. Это подтянуло, хочу, может, ассасинов проходить. И проходить прям серьёзно. Плотником тут проходить. Ассасин. Да я уже так пишу. Хорошо, плотненько ассасинов я бы попроходил. Какой-нибудь... Допустим, Black Flag. Прям вымаслать все. Я в него еще не гулял, в Black Flag. Я третью гулял, а эти нет. Ну, у меня есть, короче, тянет на игры в мультиплеере с открытым... Открытым миром, точнее, в кооперативе с открытым миром. Так что якось так, где можно было поисследовать, так понял, попутешествовать, там все подобное. Крафт. Хорошо? Крафт.
Так это ж выживалка вроде. Ну. И там вода чистая вокруг. Там что-то такое. Острова есть. Потом. The Forest. А. Ну, The Forest надо ли купить. Ну, у меня ж нету, конечно, так покупать. Пиратского нема. Не, пиратские есть, точно, но уже не работают пиратские. Ну, с этим. Визы Форест, в принципе, да, было прикольно, но это, скорее всего, покупает. Right, Torga. Remember, simple words only. Don't confuse him. Блин, разговоры не долгие, конечно. Too heavy for you, Simeon Beast. Instead, we will propel it across the sky using heavy gauge ziplines. 10 часов, сука, видно, был музыку на первом этаже. Да, не впервые. Гандон, так ебаша музыка, что аж пол дрожит. Чё у тебя Гандона вообще ебаная? Самое интересное, что на третьем этаже чувак с ребёнком приходит жаловаться на пятый этаж. Потому что он приходит на четвертый, а сказал и четвертый, что мы тихо себе ведем. И иди на пятый, там шумить, блядь. Логика логична. Шумитель бегает. Сука, шила в жопе. Держи угомы. Всё, погнали квесты брать. Сейчас наберём всех квестов. Нагребай всех квестов в этой локации. Так мы ж помощь давно ходить. Чтобы вам. Shit, it's you again? It worked for Rice. That was a one-time job and it was all about protecting the tower. Look, I'm sorry. I mean it. Is that right? Наляканы такие. Everything I was doing for Брекен. Блин, как же херово, что я все знаю. Что знаю, что дальше будет, что он даст. Падлай, такой интересный бывает. One of his crews found something at the construction site. And they got visions. I'm someone. Congratulations, the job is yours. Потому что я к заполнен проходил в то же время за него. Я помню. Сейчас мы, короче, блин, все цепочки. А не, The Following плохо помню, а наоборот это хорошо. Hey, you wanna try calming down long enough to tell me what's wrong? Yeah, sure. Let's try that. Calming down will work. Yeah, calming down will solve everything. No, walking away from you will solve everything. Это самая вылазка с бомбой ночной. I'm chill. Да, ничего тут сложного. Так мы этих пачками гасили прыгнул. Просто вылезти бомбы. Everything's hard to find right now. So when Rice's people come for their merchandise. Oh, is he using people now? I thought he only used hired psychopathic gorillas. What do you need to make these things? Just zinc and turpentine, bro. I got the rest. Worst part is everything I need is in the train yard warehouses. But a guy like me isn't going to last 10 seconds out there. I'm surprised a guy like you's lasted that long in here. Не, просто там нет. Обычно эти склады. I'll get your supplies, but if I do, whatever you can make out of them, I take half. Half? No way! You're freaking nuts, bro! Look, you can give me half of something, or you can keep 100% of nothing. Half it is. It seems fair. Давай еще заберем, мамы вроде все забрали. Ну да, вроде квесты все. Ну пошли на склады как раз. Сейчас выполним квест Толги и Фатина. Там же штраба и цинк, да. Ну и этого сразу же, все в одной куче. А ты же если удаляешь игру, у тебя перс остается? Да, ну, да. Да. Это-то. А тут сейчас еще бандиты. Подожди, подожди. Что ты имеешь в виду под удаляешь игру? Ну мы же ее пройдем, мы же будем ее удалять. Пройдем. Ты, то есть ты ее будешь если удалять. Ты имеешь в виду саму игру, а не сам этот профиль игровый.
то да. Сейвы сохраняются. Когда я ж на дивную штуку как таки удалили. У меня сейвы были. Так иди он сдох. Короче, я понял, что выход на эти разные сложности бесполезный. Тебе громилу запиздили. А там типа оба склада обыскать или только один может? Ну, подожди. Не знаю на каком моменте, но я заметил, что у меня изображение не показывается. Блин, просто что я так посмотрел, я просто позырил так про этот Дипрок. Ты так захотелось Дипрок пахать. Дипрок завтра будет. Вечером. Да, я спрашиваю, но в плане интереса тебя касается Дипрок интересно. Ну, там нормально. Оно быстро полетит. Жуки. Добыча всякая, там роботы, боссы. Прокачка, там. Ты шо? Время жирает. Ну, ну то там интересно, там всякие миссии дополнительные, там есть с какими-то боссами, так, с какими-то роботами. Так, там же понимаешь, у нас это рандомно генерируется. Ну, в этом-то интерес, что каждая миссия, она не похожа. Тип там миссии какие-то конкуренты. Может быть таким, что понятным. Ну, не знаю, по мне так там классно. Там еще я с такой миссией не играл, как какие-то конкуренты были, не роботы летали все время какие-то там. Пушки, турели там. Какие-то роботы-разведчики были, не там еще какой-то. Короче, обычная миссия, но вместе с жуками здесь нападают роботы-конкуренты. Роботы-конкурентами, вот так и называются. И там и так сложно, а потом становится. Я вспомнил, мы с Лехой проебывал эту миссию неоднократно. И еще, блядь, такие, да давай, четвертый уровень сложности. Нас их разъебало на начале. Не, ну с босска трошки полегче в этом плане, но все равно босска просто добывает ресурсы, я даже, ну, он на потолке может добыть там руду где-то еще может добыть, вот в чем прикол босска. А так в плане я вот в плане того, что потности, то он так особо не спасает, а ружки у него слабенькие у босска, он так а что, чё, видишь, легко ракета добывает. И спасает тебя, когда ты сдыхаешь окло. Ну, а это если его, короче, прокачать. У меня боска пока еще не прокачан. Мы не помню. Он мне нравится, что ты, например, там какие-то крутые такие посылаешь ему какую-то руду добыть. Mm-hmm. И вот эти большие куски, он тебе их проносит. Там какие-то кристаллы, mm-hmm. тебе их кладут. Поэтому и прикол. Сейчас буду движ. Движ уже. Движ уже. Там на следующей этой, следующем ангаре бандиты Раис. А, да? А, чё, перестрелка есть. Это случайно тот квест, где у нас это, красный дым валит. Да нет, то не тот квест рядом. Это просто другой квест. Сейчас мясо будет конкретное. Вот там они уже шмаляют. Сейчас уже значит, эти бегуны нас бегут. Ну, он, смотрю, уже херачит по нашу душу. Трошки вроде поутихло. Так, обнизу слышу кого-то, а зомбей дофига внизу. Бля, а! Упал, так упал.
Так эти херни... А, нет, просто эти аирдроп. Там все надо качать вагоны под. Там все внизу дроп. А вагоны пооткрывать. Два вагоны? Да. Ну, попробуй подойти к вагону. У тебя появится F и вот. И там нужно будет найти как раз таки химикат. Только заражён с первого пошёл. Да твою ж мать! Так, где-то у тебя заражённую слышу. Да зашарится, я просил трохи. Вся говном обмахнула. А, наверху их, смотри, сколько. Они к нам спуститься просто не могут. А-а-а, вон оно что. Спустилась, прохань. А, не пойди ему спуститься. Честно. Блять, ты меня лякаешь нам. Ох ты ж, блядь. А это, конечно, хорошо, но нам надо. Да могут спуститься. Я вам двум уже лычки выписал. Так, ладненько, надо вагоны пока что побыли. Бежали снова. Не помню, вагоны либо рандомные, либо какие-то особо нужны именно такие же. Прям какие надо. О, есть. Такие ведрышки собирались. Если будут ведрышки, то будет значит, правильный вагон. Некоторые вагоны еще и с ящиками. Да, ящики я пытаюсь лутать. А сколько нужно с этих цинковой пуду? Надо после на миссию переключиться, надо эту побочку, чтобы нам показывало, сколько мы собрали, сколько еще. Собрать барахло все. Ха-ха, тёлка упала. О, я вроде понял. Типа туда забраться надо. Там вроде или еще будут остатки. Да можно ж туда забраться. То ли в этой миссии. Чуть не пизданулся. То ли в этой миссии, то ли не в этой. Вроде бы ничего не. А, ящик тут бачу. А можно еще? А может и можно забраться. Высматривать там какую-то это. Ну тут вроде будут еще остатки этих. Должны быть. Так, этих не пиздил. Открыть. А, ну же открывается, и дальше будет. А, дальше, да. О, тут эти ящики. Там сейчас тоже будут зомбари. О, эту штуку подбирай, конечно.
Там еще у тебя конец. Бля, ну я все, бачу. Так я их подобрать не могу. Значит, нам одна нужна канистра по сюжету. И вагон дошматривать. Давай пока на ту миссию переключимся. Давай. Украсть поджигатель, поговорите с Саидом. А, мы нашли уже все. Да, чуп. И это долги тоже что-то на этот... Ну да, мы же прокли долги хотим. Ну, можно сейчас бегать на вот эту. Где вот то, как они. Сейчас тебе объясню. Где мы то домик открывали, то в воде. Там такая автобан Там же будет сейчас динамит. То есть типа перебить бандитов Раиса и набыть. А ты под динамит. Как раз таки принести. Чтобы тому чуваку туда же принести, да? Ну да, там уже потом и сюжетка запустится. Что, потому что узнает про динамит этот Рахим и захочет подорвать гнездо прыгунов и пошло по них. А я хочу, идите на стройплощадку, чи что? Да, на стройплощадку он как раз таки. Сейчас перебьем солдат Раиса и там заберем у них два рахишка. Похилься, а то у тебя пью хп. А я знаю, що може бути потом. Як пизданеться. Ну, і аптечок нема, що паля. Так куди ти? Чи ж хаваєш, йолки-палки? Прошлий раз ти скидував скільки. Я якраз жопи хаваю аптечки. Жопи жую. Так, а ти не пам'ятаєш, що цей проход через тунель, він вроді відкритий чи закритий? Честно, не, походу закрытый. А, закрытый, да-да-да. Мы тогда не пытались. А. Тут не... Да не, вроде... Ух, тут зараженный сколько. Тут не зараженный, ёб твою мать. Так, кажись, мы не вафли. А, знаешь, что самое интересное, что я не делал за фон? Там же ще-то гнезда прыгунов есть. Я туда сам не рыпался, бо стрёмно было. Накаркав, блин. Ебать их тут, ёпт. И куда ты так запхнулся? Вот эту туннель полез. Гений. Там столько зараженных, ты пизда. Все, я вспомнил. Кто-то заразовый, эти бегающие. Что, я бегаю, как в Я Легенда, блядь. Не, ну мы там можем, конечно, лупнуть, в принципе, то, но это будет плохо. Ох, полезли, полезли. Мне еще 200 метров до квеста. Да не тише, перебьешь, там будет в конце домик такой, там взломаешь его. Там легко будет взломать. И этот как раз, и там будет динамит. Только сейчас надо будет перебить там бандитов Раиса, они будут огнестрелом. А-а-а, что ж было такое? Это я типа за чертежом сейчас иду, да? Не, не, там не чертеж, там не на туре будет динамит, надо будет отнести его Джафан. Угу. Вон, машина подъезжает, даже видно. Желтая заезжает. Бо я думал, там меня просто глючит, что машина двигается. Тут моя машина не двигается, а там прям видно, что заезжает желтая машина. И сейчас как раз будем месить их. Так, я в этом. Вот, видишь, заходи и начинаем округ. Ха, начал. Подожди, нема этих стрел. У меня есть.
Ну, спасибо. Та погоди, вони ж їм урон не буде приходити. Я знаю, это как этот понял. Больше как типа дезориентация их. Ты себе больше урона нанес. Отдыхайте, не будешь. Ох ты ж, блядь, завлекал меня. Ты, конечно, голову переживает. На все тайны может пережить. Так, надо там, чтобы дом был взлом, чтобы был возле дома. Вот такие открытые будки, то не то. Тебе там один побежал. Угу. Недолго он прожил. До тебя там спину. Там три не мешают. Всё, три. Да, ну три. Теперь бежим в этот домик, взламываем его и забираем его. И после его, что как раз таки недавно, когда мы начали проходить Dying Light, я его еще раз прошел. И вот тут будет динамит. Все, теперь можем к детку идти. За наплыв этих упырков был. Ну, конечно, не по скриптам будут кипишевать. Кто? Так, вот. Зараженный. Сейчас будут прибегать бегающие. Так что давай пока туда текать. Ты уже туда ушел. Мы там марлю на этот на собирали, так что закрафти себе аптечек. Так буде настроение закрафти. Ха! А мы там аптечек нема. Что сейчас быстренько хочется хоть трошки пройти сюжетку. Вот вначале, но я точно все помню. Там хоть потом дальше поинтереснее будет. Еще за 10. Хоть к тебе успел, и то хорошо. После дня не работал. Только с Владиком машины копошились весь день. Думал, если к тебе не успею, то вообще рад. Поработал охуенно, короче, как я понял. А? Поработал охуенно, как я понял. Не поработал. Короче, такой. Пошароёбились. В гараже полазили. Блин. Ну, что хоть тебе успел посадить. Да, чуваки, спасибо, что ты сюда поехал. Я тут натыкаю. Я к борту не попаду.
даже если попадешь. Ну все, голову дать надо. Вот я попал. Даже никого не замочил. Повезло, повезло, да. Ага, нам так награду не дали, а не дали. Да. Там дяди улы света есть. Покажи их. Блять! Да. Вот я сказал. Пока их не ночь. Где-то харкунул. Ай-яй-яй, чую. Он харкнул уже один. Вообще так близко чую. Я их вообще не вижу. Не вижу эти харкуны, но они где-то есть. Гад и попер. На электростанции, наверное, ничего интересного нет. А, ну, кстати, можно нагнать. Ничего интересного. О, за тобой побежал. Короче. Что, отдаем им квест? I have your hooks. Incredible! We have underestimated him. Не. Ебаный быстро. А чё вы тогда, блядь, так быстро не могли попиздеть? Так, а ты сейчас кому побежал следующий? А, чуваку бомба. К детку. You got them? You got them? Let me see. Oh yes, this is awesome. Zaid gets to leave. Oh, this looks like the beginning of a beautiful... We're not friends. No, of course. My mistake. Associates. Not even that. Just tell me how you make them and I'll be on my way. Right. Okie dokie. Got it. Say no more. We have an understanding. This deal is done. Shut up, Zaid. Yes, sir. Так, остался нам дед-дед. Дед-пердед. Jafar, Rice's man really found something. Something valuable? Is dynamite worth a lot? Dynamite is gold. We could cook you up something special with that. О, вот теперь миссия Курт, этот вывоз. Alright, one pack for you, the rest for me. Kurt will figure out how to give it some oomph. Сейчас увидишь. We'll be in touch. Это. Что ночная вылазка. Да. Где-то вот это он только сейчас. Сейчас он нас не может дать миссию. Мабуть после того, как той динамит зроба. Ну да. Так, что у нас по миссиям? Полный газ. Ну, пошли на этот. На полный газ, наверное. А потом на ночь. Мне что, зомбари телепортируются? Да, мне что, эти зомбари телепортируются? Ой, да хай гуляй, дурачок. Ты дурачок. А че с ним поговорить не могу? Ебать ты шустрый, а я попасть до него не могу. This is the Fort Jefferson Tower, and you will address me as Commander Jeff. I make the rules here. Is that clear? Not Brecken, not Rice. This is Jeffville, or Jeffland, or Jeffertown. New Jersey. Look, Jeff. Commander Jeff. There's an emergency. The gas is out all over the city. Oh, yeah. That was me. You shut off the gas? Installation of the Fort Jefferson Apocalypse Wall required a temporary interruption of the civilian gas supply. But I'm all ready now, so you can turn it back on. Yeah, I think that's going to be your job. Тебе финал этой миссии понравится. Ты все-таки будешь... Я знаю. We'll have to send someone who's expendable. Я лгал. Commander, I'd like to volunteer. You're a good man, whoever you said you are. I hate to lose you. Now,
Go open the quadrant allocation valves, plus the primary distribution gate. Then report back to me, and I'll restore the city main pressure here. Hey, if you don't get killed, you can be the first civilian to witness my apocalypse wall. Эй, Паша, так, вспомни, что за вещи на него еще. Так, на разные точки. Я налево. Ты направо. Я ж так и бегу. Я, наверное, пойду на самую далекую точку. Вижу уже. Ох, ебать, чувак, ты разматываешь, конечно. Ты, блядь, жаба на этом... На мостутик. Я тебе проебал трошки. Я тупнул жестко. Мой же, моя точка же в этом. Которая в туннеле надо зайти. Как бы без взлома. Без взлома. А нет, катизамбари тут до хера. Ты себе там у нас скажешь, легенда, вот, ебаш, вывели легенду. Так это упустили легенду. А то точно толку, что ты легенда. Блядь, нахуй, на кошмаре. Да ты заебёшь, блядь. Рыганина, сука. Откуда? А пизда. И у меня есть предположение, что тебя ебала охеркала аж прямо от той, этой, газовой колонки, блядь. Да, логично все. Те, крутим вверх, вверх, вверх. Потом сейчас ебал, мабуть, на 500 метров. Сука, да давай крути вещи. Тапкам. Так, а ты там под эстакадой возишь? Открыть вентиль под эстакадой. А, я понял, ты вентиль. Я сбегу, который недалеко от Слибита. Вы в безопасной зоне. И что, в безопасной зоне крюком пользуются. Ух ты, сука, въебал так въебал. Давай. О, Костик, я нашел первую безопасную зону, походу, в которой зомбаки. Могут жить. Могут жить? Да. В натуре. Они стоят на тебя, палят, они тебя не хавают, короче. Прикольно. Бах. Похилься ты. Да, уже по барабану. В натуре они живут в этой зоне безопасной. Стоят тупо на тебя, смотрят. Прикольно. Надо бы побаловаться с этим. Не, ну я думаю, прыганы вряд ли там выживут. Прикольно. А
ну-ка, если дохера пособирать зомбари в этой зоне. Будет здоров, кстати. Спасибо. Так, а если дофига позабирать? Если хочу всех зомбарей пособирать. Ты решил там пати зомби устроить? Чё, блин? Или зомбопати? Зомбопати. Блин, тупо они на тебя так стоят, смотрят, они тебя не хавают. Блин, гуляют себе по ней, ходят по этой зоне, блин, классно. Прикольно, прикольно. Ебать, молотком над башкой проводила. Так, а где взгляд? Батю неправильно послухал, и він такий, ах ты ж... Как ебёт. Ой, я понял, где ты. Я уже... Это тоже... Блин, весёлое место, конечно. А! Не знаю, куда идти. Я уже знаю. Вон. Попыздаю я. Ты решил через канализацию туда брать? А то даже так только и доберешься. Да. Ну и ты открутые подбери, там что можно. А не так все просто, если надо того запиздить. А я ж бугай я уже отпиздил. Там просто бугай был. Эй, а знаешь, котик, в чем прикол? Mm-hmm. Они же сюда не могут залезть, а тебя сюда будут пиздить. А я буду за этим всем наблюдать. А нихуя! Классно! А я как раз бачу, как вы нас спустил. О! Ох, ебать! Что ты там с газом намутил? Что разъебало присутствие. О, сейчас замес такой будет. Да, надо, чтоб ты крыл. Давай, наверное, какой-то за огонь встанем. Вот сейчас на степи даже будет по скрипту лезть. Да бля. Да пусть тебе говорят, они будут вот этих все спихать на таких струн назад. Ты байки переколотила. Так, пидорасы. Ох ты до хера бегаешь и втекает туда. По горку надо бить. Ебать тут за место. Они с тобой квачары сюда побольше. И можно, конечно, в квачар. Подожди, подожди, подожди. Там можно банана просто их загнать в этот погончик, они все равно посмотрели. Так капец, они паркуристы, и вообще по барабану на все идет. Так, по одному, суки, суки. Твою ж мать. А что это вообще ход?
ходишь, их мочишь. Хардкор! Давай как-то, не знаю, без высоты их убивать. Хоть еще тут через стенку ушатал без баллона. Хоть еще можно взломать эту штуку. Будку взломать. А, походу будку надо взломать. Там еще бенька есть. Да. Нет, надо там, будку. Там вряд ли. Взломать. Я сейчас попробую. А ну, стекай. Да. Вентиль там. С другой стороны. Там это, ящики с чертежами. Я уже открывал. С другой стороны, там взломать можно. И даже не даром трудно. Висит. Открыто. Оно ж не просто так трудно. Так. Так, а так прикинь, когда эти гаврики пиздят, а ты открываешь параллельно. Не, ну це ты шо, це долбоёб у нас. А там ещё и взлом тяжёлый. Да. Если не лагает, то взлом нормальный. Ох, пачек накидал, конечно. Ты бай, як тут с газом кипиш закончился, так и це войно перестало бігати. Так это ж было по скрипту. Ну да. Это ж было скрипто. Если бы мы их мочили, они пёрли и пёрли дальше. Они там бесконечными волнами пёрли. Там же какой-то по скриптам. Что, возвращаемся к тому додику? Да. У нас ночь, ночная вылазка на мост. Не, там в принципе можно и днем, просто днем те лампы будут коцать некогда. Не, я пробовал, днем оно не дае. Не дает. Дает, просто те лампы коцают. Ты выкручиваешь лампы, они тебя коцают. А, да. А ночью ты просто видишь, какие лампы не работают. Давай-давай, нахуй. Дурачок. А теперь дивимось, люди, на це шоу. Бачите, яка стіна? Типу захищає. Тільки... No. А, даже навіть по периметру, як я бачу. Не, було б неплохо. Ох, єбать. Шатнуло так, що аж знов скинуло. Ох, як роз'їбало. Ну, на, по логике було б все неплохо. Все в шипах, все в ванне. Была б неплохая крепость. Вон, смотри, жмур его лежит. Да-да-да-да-да. Ух, горячо. Ага. Катя, жмура его впервые вижу. Я, кстати, тоже. Что-то тут чаду дохуя, текаем отсюда.
А ты ж теперь небезопасная больше, вон там на боке не будет разгуливать. Эти челики рейса. А без этого, без сундука? Да, просто в полет отправляют нахуй. Я думал, что с сундуком. Не, винт все пропал. Так, а что мы прошли? Мы по бочке проходили все кроме моста, получается. Ну да. Там только осталась еще сюжетка. Хорошо, сжечь вроде сейчас в школу пойти. Залутать школу. Не, в принципе, можно пробовать и школу залутать, только не помню, кто продвигает сюжет. Это бабы буйно хотят. Вроде да. Вроде смотри-ка оно будет. То есть мы по сюжету пойдем с Джейк в школу. Потом после этого надо будет найти Хани Бегуна. Сейчас бы самому поебалоны получить нормально. Потом отдать их доктору Зере отдать. Потом на него нападут, его украдут, а потом будет интересненько. Да что ты спойлеришь, ёбаный в рот. Я же на стриме, ёлки-палки. Ну, я так для себя вспоминаю, что... Для себя, а про себя. С другой стороны, по бочкам проходить надо. Для чертежей некоторых, для опыта, для денег. Ну, а если мы-то поспим в рыб в этой в деревне и там как раз такие, чтобы рядом вылезем. Да я вот думаю тоже так заработать. Чтоб недалеко чапать было. Да и плюс там же шета сейф-зона открывается как раз. Да там давно уже есть Владимир или только сейчас. Не, ну типа она хоть и есть, но открыть-то и можно только по ночной миссии. На той миссии. Ну, сейчас придем, глянь. Бо я не помню, что здесь. Там еще есть зона прямо в мосту, которая будет тут потом подняться надо будет наверх. Так, я за всю свою зону и кажу. Не, я про то, что врем в деревне рыбаков тоже там сейф-зона. Да, это... Я про то, что оказалось, что новая открывается сейф-зона этот, на мосту. Ну, они там прям рядом. И та, и та. Ну. Сильно пользы ты от нее не получишь, только если прям на мосту сдох. Ну да. Возможно, с каким-то шансом, то они могут тебя... Так, а подожди, в смысле пользы на этот? А как же водоросли в воде? Эки необходимы для этого зелья. Ну так не это ваша сейф-зона, которая именно рыбацкая, понял? Что деревня рыбаков. Так а можно с моста стрипнуть как раз там над этой... над водорослями. О, о, зайди, будет минутка. Можно походу этот, забрать динамит. Ну, раз мы приплылись на деревню, давай тут уже полазим. Я пока в деревне, но сейф-зона здесь не наблюдаю. А ты в какой деревне? Я не понял. Что мы спасали от зомби? В смысле? Ты уже есть сейф-зона. Ну. И там должна быть кровать, но сейчас кровати нет. Есть кровать на втором этаже. Там еще чувак рядом с битой. Або со столом. Ой, но то там испытание есть. О, по бочке еще появились. Да, нормально.
иди сюда, курвайка, ты там орёшь. Ну что ж ты, блядь, на шипы не колишься, курва. Ну, ебать, еле-еле, нахуй. Ух ты, взрывчатка. Дай пойду себе чайку заварю. Слухай, ты не, этот, не подбирал у кладовщика этот? Там что-то можно было, чертежи какие-то подобрать. Да, за монетку там еще не собирал. Да. Короче, какие-то это, взрывчатка открылась. Я ее раньше не бачу. Даже в захолове. Ну, может, какая-то уникальная. Maybe. Помнишь, там в прошлый раз дали какую-то криогенную взрывчатку? А, да? Оп. Ну да. Там их куча разновидностей. Понял. Всякие дарики. А так, а тебе будет еще поискать? Уникальные оружки, найти вот, чертеж мачете Корека, которая там у него урон охеренный. Но она ломается быстро. И есть еще какой-то там этот Экскалибур, который тоже типа... Экскалибур я уже доставал. Хотя не, не все игре, не все игре. Погоди, так тут недалеко до Экскалибура. Я помню, здесь... Ну, может... Давай поплыли. Че есть, я вам точку поставил. Ну, я просто не помню, где он. Я можно помню. Помнить. Погнали. Ну, погнали. Заодно будет гайд для тех, кто не знает. Тільки туди плисти і плисти. Да вроде недолго, не помню. Я помню, целые гайды смотрел, как все это добывается. Я же не помню, то меч если сломать, то ему уже капец. Вроде приходит, а может и нет. Ну у него урон такий. Нет уже, я тебе скажу. Да чё там, неплохой у него урон. Он даже если сломанный. Всё равно зомбарям прикурить дают.
Я тебе знаю, Костик, не помню, чей этот меч. Ты, может, в памяти помнишь. Боевой. Бля, ты вообще мене не почув, наверно. Что ты по поводу нього сказал? Та він отошел от компа и все. Он классный, все равно. Так, а что ты делаешь? Чай пока заварю, с тобой балакаю. А, я уже проплыл на Excalibur. А, вытягиваешь его? Да. Эвку долбишь? Нет, там же долбить не надо, там удерживать ее надо. Около 5-10 минут. Я понял. Ты, Катя, рассказывал то про Тарков. Смотрю, я помню, как я на него эти смотрел. Как я на него обзоры смотрел. Там такая сложная игра, что... Не знаю, как ты мог ее сравнить с этим, с той игрой. Так я ты искал от издателей той игры. Ага. В этом игра вообще прям сложнючая. Я знаю, я смотрел стримы этого Таркова. А, ты еще и стримы даже смотрел? Да, раньше еще до стримерской карьеры. Именно Таркова. Таркова-Таркова прям? Да. Там пиздец важко, если честно. Скики механик вообще пиздец. Например, какие-то механики есть, мне просто интересно. Насчет этого обвесов. Потом также насчет крафта аптечек. Угу. Но там же не просто аптечка, а разный содержимый в самой аптечке. То есть можно. Короче, как в армии, вот то сумочку собрался, все нахуй. Носы. И там же это, ну понятно, что от качества шмота зависит этот. Все. А, я понял. Ну там походу реализм прям писец. Ну а на аукционе там дохрена этого. Тоже можно продавать, покупать. Но как я знаю, если заходку ты пошел, тебя убили, весь лут просирается. Нифига себе. Именно який ты брал с собой на вылазку. Я ошибу. Ну, я понял примерно, как это, скорее всего, в Сталкрафте. Там, да, брать немного бы, по-другому. Там это, цена е 1600 рублей. Ну, в наших это гривен. Это хера, это в наших. Ну да, там нормально, да. За 600, за 700 стоимость. Наконец-то достал. Инвентарь переполнен. Оказывается, для моего уровня он еще сильнее оказывается. А, не, нихуя. Экскал. А, не. Мне просто нравится, как его заблокируют. Экспалибур, а не экскалибур. Экспалибур. Ну, типа, чтоб, не знаю, не, права, может, авто. Ни разу не плагиат. Ну, скорее всего, из-за этого. От него зомбаки прикольно разлетаются. А ты попробуй зомбаков покидать. Я уже боюсь этим. Его ж мне открыл не ты, а Лёха ещё. Мы ещё с Лёхой гамали. О, мы ещё с Лёхой всей гам, а Лёха там, да, прокачал. Тоже легенда, там, ух, с чем-то там, помнишь, да? Да, 250. Самая высокая легенда. Задрот Дайлайта, блядь. И Дипрока тоже задрот, пиздец. А чё Дипрока хоть? Потому что он уже этот повысил себе одного гнома. Там 25 левел качаешь и звезду получаешь. Звезда, звезда, что там звезды делают?
характеристики скорее всего повышают. Або даете этот что-то улучшить. Ну я не помню уже, честно. Брехать не буду. Возможно, навыки качать можно. Бля, я не помню, там вроде бы еще чертеж должен был выпадать. Сука, я уже не поплыву назад. Да, там чертеж должен быть. А ну интересно, у меня есть ли? Здесь место. Видно не судьба, видно не судьба. Ну шо, я попиздовал на мост тоді. Пиздуй. Мост тоді. Пока ты там решил перездрочнуть. В Дипроке. Шайма, когда мы с тобой последний раз в Дипрок играли, уже не помню. До Нового года. Ого, давненько. Да. Я уже сам не помню. Давненько, давненько. А ты нам рассказывал, что там какие-то боссы еще есть, а эти боссы еще никогда не будут. Ага, а открывают сразу видимости боссов. А там какой-то ты босса робота мочил. Было, не да, робот. было. Квест такий. Только жуков пиздец. Не-не-не, боссы тоже были. Не, вот те, что просто вот после себя газовое оставляют, это облако. Я думал, то это боссы, а то оказывается нифига не боссы. Там есть прям боссы с полоской хп, которые... Слухай, були квести і там, де по два боса було. Щось вони якісь тут вообще їздячні. Ми в них, ну, не зовсім прям старався. Там ще треба вище піднятися, як я пам'ятаю. Осталось тільки. Сука, пугає мене. А, вас тут підараса собралась на ніч. Так. Нахуй кажу, падай, блядь. Так, і все вже, одужався. Ох, ебать, вовремя закрыл. Прямо из угла понял, взрывающийся. Бомбардир. О, так и не знаю. Есть типа в этом в обычном мире. Они ж теперь постоянно будут типа палаты. Или как скриптованные. Зеленым відмічені робочі лампочки.
потом спиздил ушел. А то, что тут она под напряжением вся, да нахуй. Главное, что когда я хуёвые лампочки беру, так напряжение бьет, а сейчас что, быть не должно, чи что, ну, как-то нелогично. Ну, сам факт, что тебя вытянули на этот мост ночью. Не, ну, а там уже дали тебе отдохнуть. То, что ночью, есть логика. Хотя также можно... А, нет, не-не-не. А вдруг они от определенного напряжения работают? Чтобы их проверить. Как и что-то, я так понял, тут утро уже намечается. Да нет. Там вроде бы за ночь успеваешь точно. Да, чуть не упал. Еще одна лампочка осталась. И все, я ночь пережил. Я скажу, тут что-то утро намечается. Пропал. А? Ты нагулялся чи що? Та мене башка болить, так я сваляюся. Може трошки хоч пройдет. Зараз тут лежилось, може полегчать трошки. Смотрю. Моменты из Таркова. Шарты всякие. Что там уже пойму. Интересно, что по этому? По графону потянет или нет? Ком? Скорее нет, чем да. За что такой графон серьезный? Я знаю. Ну, анимация такая реалистичная, кажется. Прям все движения перезарядки. Что меня тогда заинтересовало, я тебе скажу. Но, все одно игрушка сыроватенькая трохи. Че такие имеют? Она уже в альфе или в бете, уже видно сколько. Даже че такие имеются? Ну, советы для новичков. Сколько всяких там механик. Старкорги. Подивись там, сколько механик это по... употреблению обезбола. Что за ключи там делятся? О,
Блин, потому что так хреново. Голова разрывается, пусть. Ой, терпят, терпят, ну зачем. Ой, до скольки примерно я буду играть? Да, сейчас буду участвовать в вопросе. А когда мы завтра в Димсби боимся? Вечером. Часиков 6. Да, здесь так буду. Окей, хорошо. Иди, как это все. Ну, я же лишний, башка болит так, что не умею. Да, да, да. Выбачай, что с малой так память плотно. Я хотел... Зазывай всех и в дип полетел. Да, давай. Всего доброй ночи тебе. You need something? Get in line. We're already swamped. No, fine, how? None of my business. And none of Brecken's either. You just tell him you found him in a shoebox. You're my ace new partner, Crane. I'm gonna take care of you. Tomorrow night, we're gonna be a lot more secure. The radio signal is stronger than ever before. Hey. Have you seen that house with the red smoke pouring out of it? If Rise's people spot it, they're gonna come knocking on his door. Someone ought to warn him. I've got enough trouble right now, but I'll think about it. Come here. I've got a special deal for you. Find better deals in all of Haran. Что у нас тут вообще? Этот мощнее будет. You won't find better stuff anywhere else. Так, любые друзья, на цьому стрімчик по походженню гри Daylight буде завершено. Да, не такий довгенький був. Ну і на цьому дякую. Тому на все добре та очікуйте наступні стріми.